Духовенство и миряне Биробиджанской епархии встретили уникальную святыню, привезенную из Франции. Ковчег с нетленным сердцем святой мученицы Юлии Карфагенской, пострадавшей за веру во Христа в V веке. Архиепископ Биробиджанский Кульдурский Осип возглавил праздничное богослужение в кафедральном соборе города Биробиджана. Во время совершения палиелея на воскресном всеношном бдении архиепископ Биробиджанский Кульдурский Иосиф вынес святыню из алтаря на середину храма, где перед ней было пропето величание святой мученицы Юлии. Родилась в Карфагене в семье зажиточных христиан. Когда ей исполнилось 10 лет, Карфаген подвергся нападению врага и был полностью уничтожен. Юлия оказалась среди пленников в Сирии, в рабстве купца-язычника. Хозяин заставлял Юлию отречься от веры, однако ничто не могло сломить ее. Прошли годы, хозяин стал ценить святую, заметив, что ее труд приносил в дом достаток и благополучие. Однажды он взял ее в путешествие на Корсику, на языческий праздник. Там предводитель язычников узнал, что рабыня не желает принимать участие в празднествах, и велел привести святую к себе. Никакими мучениями ему не удалось добиться от святой отречения от христианства, после чего ее распяли на кресте. С терпением святая мученица переносила страдания на кресте, и в этих страданиях, сохраняя непоколебимо веру Христову в своем сердце, испустила свой дух. Случилось чудо. Множество язычников, которые окружали крест, на котором страдала святая мученица, увидели, что из уст ее вылетел белый голубь и устремился в небо. Они были поражены этим чудом, и многие из них уверовали во Христа. В 763 году чудотворные мощи мученицы Юлии были перенесены из Корсики в город Брешию. В наше время в посвященной ей церкви устроен музей религиозной живописи, а мощи святой нашли приют к северу от Брешии в местечке Виладжиа Приальпина. Ковчег-реликварий сердцем святой девы мученицы Юлии доставлен из Франции. Он запечатан епископскими печатями, что удостоверяет подлинность святыни. Сегодня мы с вами предстоим перед честным ковчегом с ее нетленным сердцем, с тем сердцем, в котором горела пламенная вера во Христа, с тем сердцем, с которым она непоколебимо переносила страдания, истязания, муки, из глубины которого воссылала ко Господу свои пламенные молитвы. Собравшиеся на богослужение в этот вечер и на следующий день имели возможность поклониться святым мощам древней мученицы за Христа. Ковчег-реликварий с нетленным сердцем святой Юлии будет пребывать в Биробиджанской епархии до конца мая. Наталья Шуплицова, Евгений Корякин, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».